Здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас будем вести репортаж из глубинки деревни. Подписывайтесь на канал «Желтая пресса деревенский». Посмотрим жаркую погоду, кто чем занимается. Репортаж можно вести прямо вот с этой ямы, как говорится. Как дела? Вы под охраной? Иди сюда. Значит, Борис, все. Под охраной вы работаете, да? Да. Как дела? Так что, когда там Олег? Что? Приезжаешь ты погоду какую-нибудь? Погоду? Похолодей. Ты это употел или облился? Ну я облился, трохи употел. Да. Что, у нас на, это, на ферме повозки нету, повозка приношу такая, у тебя есть там какая лишняя? Повозка? Ну, надо нам повозку на ферму. И что ты будешь возить? Ну, не знаю, хоть что-нибудь мы делаем, какое там сено там. Найдем повозку тебе. Сено. Надо, знаешь, какую повозку пробить. Чтобы это, как, не две, а оглобли. Одну. Одну? И вот на эту вот, на круг на эту машине, я вместо прицепа, и пошел. На машины? Вон сейчас дохуя кто так робит. Не знаю, мне интересно на коне ездить. А, так надо коня еще. Че, ж, ну у вас и конь высокий, да? Ну, это ворон. Ворон? Да. Сколько он в холке? Можно рулетку пойти взять померить, да? Так, я это 1.68 м. 1.80 м где-то считай, блядь. 1.80 м он, да? Сколько он у вас уже у конюшни такой? Ну я уже тут 21 год, так? 21 год ты его помнишь, да? Не, я сюда пришел, с завода. Но. 21 год. А я приехал, он уже обученный был. Уже был обучен? Уже обученный он был. Ну я начал носил. Обучают 4 года. Это 4 года, это 24. Ну и уже годов 3-4, это годов. Ну годов под 30. 30? Да. Ну это еще 30 годов, это еще не 8. А он уже был конем или жеребцом? Был жеребцом сначала. То есть это его даже и племя какое-то где-то есть, да? Да какое же племя? Это все племя, знаешь, где на колбасах где-то. Не, ну вообще поражаюсь, такие высокие, здоровые. Не, он был жеребцом, да, его жеребцом. А какого зубы еще есть там трохи какие? Ну ты глянь, есть, да? Есть, блядь, сухари дают, так, блядь, чуть не порежу, блядь. Вот каштан заебись дает, сухарят, а этот, блядь... Каштан мой закульгал, блядь. Каштан закульгал? Ну. Что с ним? А хрен я вот знаю. Нога пухшая тут вот. Вот и лодыжки, говорится. Ну конь вообще высокий, хороший. Староватый, худоватый, но ничего страшного. Мне надо овса ему дать, а не дубца. Вот тут вот, вот. А пухшая, блядь. Каштана, блядь. И так не проходит до сих пор. Что там могло? Не, вот я вчера трохи. Можем обмазать чем или что? Это крутнул. Я его за колеса привязывал, он где-то вот убился сюда, мол, между оглоблями, да, крутнуло так вот. Вот там, я глядел, и все, нема нигде ни камня, никаких, ни гвоздя, ничего нема. Где-то вот, он привязанный был чисто, не блядь, за колеса. Ну этот вообще мощный, хороший. Ворон, да? Ворон. Конь ворон. Так он раньше был, знаешь, ворон. В яблоки. Он? У яблоки такие вот большие ворона, яблоки. Темным был. Да. Это вот чего и ворона прозвали. Это же уже с годами посевел. Ты хочешь сказать, что он черный был? Темный в яблоке. У яблоки. Конь такие, знаешь, есть у яблоки. Кони в яблоки и кони черные. Есть такая песня.
Все, всем привет. Ответ я.